Начало войны Массес Артурович не запомнил. Неудачное обострение язвы загнало его на больничную койку. Когда сбросили бомбы на Москву, Минск и Новосибирск, он лежал под ножом. Пока ракеты жгли Одессу, Киев и Львов, он жарко бредил, и санитарки связывали беднягу простынями, чтобы не навредил себе. По счастью, начальник госпиталя распорядился перевести людей в подвальное бомбоубежище еще при первой тревоге, поэтому у больных был куда больше шанс выжить, чем у здоровых. И Массес Артурович свои шансы использовал во всей полноте. Смерть любимой Марточки заставила его пожалеть о крепости здоровья, но оставались сын Георгий и дочка Натуся. Сын был следователь. Во время неразберихи, оставшейся в хрониках как «Смоленская резня», он железной рукой наводил порядок и в итоге оказался в команде военной администрации города. Дочка же всегда была хрупкой, болезненной, а ужас первого дня войны лишил ее речи и уложил в постель. Она перестала вставать и почти не ела, только плакала, когда начали выпадать волосы, роскошные, черные, как смоль, кудри. Массес Артурович сам обстриг свою девочку, пообещав, что все отрастет. И ошибся. Волосы выпадали у молодых, старых, здоровых, больных. Кто-то брился наголо, кто-то повадился торговать париками, собранными из загодя срезанной красоты. В любом случае, Массес Артурович остался без работы. Он был парикмахер. И отец его был парикмахер. И дед, и прадед. Много-много поколений узкоплечих, низкорослых, длинноносых армян с ножницами, бритвами, щетками и секретами, чем освежать кожу, как пускать и останавливать кровь, удалять мозоли, завивать локоны чипцами, замешивать хну и басму, на чем настаивать репейное масло. А после войны людям были нужны жизнь, тепло, хлеб, оружие и лекарства. Тем паче, что стричь теперь стало нечего. По-немецки основательная Марточка оставила семье запасы пищи месяца на 4. Крупы, чай, сахар, варенье, консервы и сухофрукты. Кое-что можно было попробовать выменить на старинное блюдо или ложки из почерневшего серебра. Сын не ел и почти что не появлялся дома. Власть в городе надо было держать, как взбесившуюся собаку, за горло. Мародеры, рейсеры, бандиты, заезжие гастролеры. Ходили слухи, что в Смоленске запасов еды и бензина лет на 5 с небольшим. Удивительно даже, с какой скоростью дичали люди, лишившиеся правительства и хотя бы видимости закона. Не прошло и недели после конца войны, как ходить по ночам стало опасно. Впрочем, стреляли мало, экономя патроны. Телевидение не работало, радио сходило с ума от радиации, мобильная связь умерла. А вот электричество, воду и канализацию удалось сохранить. Очень много было больных, обожженных, пострадавших от облучения. Тотчас пошел первый виток лучевой болезни. Через месяц началась эпидемия собачьей чумы. Болезнь мутировала и перешла на людей. В городе перестреляли почти всех собак, но было поздно. Первое время Массес Артурович варил кашки на электроплитке, кормил, умывал и носил на горшок Натусю, читал раз за разом одну и ту же голову профессора Доуэля, огорчаясь судьбе несчастной Брике. Экономно курил сигареты по 3 в день, в 3 приема и залечивал плохо заросший живот. Когда шрам затянулся толстой розовой кожицей, парикмахер договорился с пожилой соседкой, что она будет днем присматривать за Натусей, и отправился в госпиталь вкалывать санитаром. При больнице, значит, при еде, при витаминах, при лекарствах и относительно безопасно. Так говорил фронтовик, дед Массеса, который со своим медсамбатом дошел до Берлина. Риск подцепить заразу, конечно, присутствовал, но риск умереть от голода или отсутствия антибиотиков был, несомненно, выше. В свои 44 Массес Артурович был вполне крепок, труда и крови он не боялся, а сочувствие к людям не растерял.
поэтому в госпитале его ценили. В свободную минутку он всегда соглашался срезать мозоли, побрить тех, у кого еще росли бороды, и постричь ногти лежачим больным за сущие копейки, а иногда и бесплатно. Врачи любили расторопного санитара, медсестры смотрели сочувственно вслед доброму, трезвому, работящему вдовцу. Но планы никто особо не строил, знали, что у мужчин не все ладно, да и лысых голов стеснялись. Больше года в Смоленске почти не рождались дети. А из тех, кто родился, большинству лучше было бы не быть зачатыми. Но со временем малышей стало больше, часть из них выживала и даже обзаводилась нежными, кучерявыми, младенческими шевелюрами. Спустя 3 года Масес Артурович тихонько пустил слезу, собираясь стричь в первый раз прелестного белокурого мальчика. Руки чуть-чуть дрожали от волнения и от счастья. Немая Натуся со временем встала на ноги, начала потихоньку прибираться в доме, обстирывать себя и отца, готовить немудреный обед. Как же славно, что вокруг Смоленска уцелели поля и фермы. Первый урожай сожгли, потом привыкли. Все вокруг было, если не горячим, то тепленьким. У коров и овец тоже были проблемы со телом. Зато овощи, фрукты, на удивление, дали в рост. На картошке с капустой можно было вполне сносно выжить, да и хлебушек был. Электричество стало дорого, вода дорога, бензин и вовсе на вес золота. Заводы по производству сельхозинвентаря, чулочная фабрика и аналит-прибор, на котором наладили выпуск дозиметров, как-то жили и давали хлеб рабочим. Госпиталь тоже держался. Алмазный завод обнесли дочисто в первую же зиму. Господи, кому сейчас нужны алмазы? У Георгия в ЧК каждый месяц кого-то расстреливали за грабежи и разбой. «Когда приходит голод, уходит стыд», — повторял дедову поговорку Масес Артурович и качал головой. Он завел себе мягкую шляпу и не снимал ее круглый год, только в госпитале меняя на аккуратную белую шапочку. Через 4 года после войны сын женился на дочери смоленского предводителя. Была славная свадьба с водкой, мясом, сотней гостей, даже приглашенный оркестр наигрывал танцы. Георгий звал их обоих, но Натуся наотрез отказалась появляться на людях, да и Масес Артурович засиживаться сверхвежливого не стал. От первых лиц города пахло кровью, а этого запаха парикмахер нанюхался в госпитале. Через 5 лет и 1 месяц невестка родила сына, Артура. И мальчишка получился почти здоров. Еще через год неожиданно вышла замуж Натуся. Проклятие никому не желанной старой девы миновало ее. Санитарка из госпиталя сосватала своего двоюродного брата. Правда, парень был тоже немой, но зато работящий. Столяр, печник и на все руки мастер. А вот причесать единственную дочь на свадьбу не вышло. Пришлось покупать парик. И об этом отец жалел куда больше, чем о бедном столе и тихом веселье. Праздник кончился. Начались будни. В маленькой двухкомнатной квартире стало тесно. Молодые общались друг с другом молча, замечали только друг друга, и это слегка обижало старика. Детей у Натуси не получалось. К худу или к добру. Но она не беременела. Муж кормил ее досыта, хозяйство совсем поправилось. Тяжкий труд Масеса Артуровича перестал быть настолько нужен. Да и будем честны, добросердечной, сочувственной всякой боли натуре парикмахера тяжело давалась работа в госпитале, в окружении мук и смерти. А умирали многие. Осторожный Масес Артурович начал с малого. Повозился на кухоньке, вспоминая советы деда и рецепты покойной жены. Побродил по оврагам и склонам, благо пустые кварталы зарастали с невероятной скоростью. 4 месяца каждый вечер
Он обкладывал Натускину голову теплым полотенцем, вымоченным в репейном масле. На лицо шла другая маска из распаренных трав. И случилось чудо. Худосочная дочка стала развощекой. Кожа засияла, ушли морщинки из уголков рта и глаз. И самое главное, начали отрастать волосы. Не такие кудрявые и густые, очень медленно. Но дочь была счастлива, и отец тоже. Светлая мысль наконец-то сложилась в его голове. Парикмахерская работа делает людей красивее. У молодых и старых, и дурных, и хороших. Даже древней старухе хочется выглядеть женщиной. Сразу после войны людям было не до волос. Болезни, голод, пограничные стычки. А теперь стало легче, сытнее. Порядок какой-то установился в городе. Появилась лишняя крошка, случайная монетка, которую не жаль отдать мастеру, чтобы выглядеть лучше. Массес Артурович всегда считал, что у счастливых женщин добрые мужья и веселые дети, а любая капелька счастья, любая улыбка помогает выздороветь от войны. Неизвестно, откуда он добыл своего бурана. В городе почти не осталось собак, тем более таких крупных, но добыл, подкормил и даже научил возить маленькую тележку с инструментом, снадобьями и прочей поклажей. Золингеновские опасные бритвы остались еще от деда. Ножницы были свои. Вместо крема для бритья подошел мыльный корень. Вместо красок для париков – настой луковой кожуры, ромашки, ревеня и скорлупы грецких орехов. От черьев, зуда и лучевых язв – порошок из зверобоя с шалфеем и подорожником. Мазь календулы на нутряном сале от мозолей, трещин и воспалений. Кора дуба для лучшего укрепления здоровья. И, конечно же, облепиховый сок. Не обошлось без репейного масла. Напоследок из госпиталя Массес Артурович вместо денег взял целый ящик пустых пузырьков от лекарств. Добрый зять смастерил два складных стула и легкий тент. Парикмахер дождался весны, 10-й весны после первой бомбардировки, и работа пошла. Он со своей тележкой беспрепятственно разъезжал по городу, таскал ее по единственному мосту через Днепр. В солнечные дни случалось, устраивался у старинной кремлевской стены. От кирпичей фанило, но мощь красноватых, поросших мхом стен казалась успокоительной. «Стрижка, бритье, косметика, репейное масло для роста волос». Куда бы Массес Артурович ни пришел со своей переносной цирюльней, очень быстро к тележке вставала очередь. Желающие побриться подставляли щетинистые щеки под блестящее лезвие с золотыми готическими буквицами. Женщины раскупали краску для париков, репейное масло и другие снадобья. Редкие счастливицы заказывали мне модельную стрижку, пожалуйста, и млели под взглядами завистниц, пока мастер сооружал из жиденьких мягких волос умопомрачительные прически. Уличных воришек и мелкую шушеру отпугивал внушительный вид бурана. Всклокоченная черно-рыжая шерсть и желтые клыки придавали свирепости, в общем-то, добродушному псу. Рейсеры посерьезнее его тоже не трогали. Мало кому хотелось связываться с отцом Георгия Сараяна, третьего человека в городе. Сын пробовал говорить с ним, убеждал оставить промысел, мол, позоришь имя семьи. Кроткий Массес Артурович просто сказал, что, по его отцовскому мнению, кровавый хлеб позорит имя семьи, а честным парикмахерским делом зарабатывали деды и прадеды. И он, Массес, пока что отец и старший мужчина в роду. Он не учит Георгия, как управлять людьми, так пусть и сын не сует нос в его ножницы. Много воли взял. Слепому нет дела, что свечи подорожали. Сын подергал щекою, но промолчал. После этого разговора отца с дочерью
перестали приглашать в дом к молодым сыроянам. Вскоре Натуся освоила нехитрое искусство варки масла и мазей, сбора, сушки и растирания трав. Лавку сделали тут же, в первом этаже дома. Зять помог обустроить помещение, собрал из осколков стекла два окошка, приколотил над входом вывеску и засел с женой вместе торговать с немудрящим товаром. Предприимчивая Натуся было хотела обзавестись черными лекарствами через связи мужниных родичей, но тут Мосес был непреклонен. Ворованным в его роду торговать никто никогда не будет. Сам он по-прежнему колесил по Смоленску, а следующим летом, как подсохли дороги, начал выбираться к окрестным селам и городкам. На старости лет в нем проснулась тяга к бродяжничеству, перемене мест. Он убеждал родных, да и себя тоже, что основной целью его путешествий были лекарственные травы, коренья и чистые продукты, которые удавалось выменивать у сельчан. Но куда важнее ему было засыпать под открытым небом, видеть аистов, слушать ночных соловьев и трескотливых кузнечиков. Ему нравилось подогревать над огнем куски хлеба, насаженные на ветку, гладить по мягкой шерсти верного пса, смотреть в небо и думать о бренности всего сущего. Женщины в деревнях были проще, выглядели здоровее, чем измученные всевозможными хворями смолянки. Их визит парикмахера особенно радовал. Сидя под ножницами, всякое норовило порасспросить о делах в стольном граде и рассказать о своих сельских новостях. Случалось, и письма просили передавать в город родственникам. Глядя, как хорошеют, оттаивают усталые женские лица, Мосес Артурович тихо радовался. И случалось, в задумчивости мурлыкал под нос любимую песенку. Жил да был продобрей, на земле не найти добрей. Узнав о его хождениях, сын убедил старика обзавестись винтовкой на случай встречи с волками или шальным медведем, а сам преподнес отцу охотничий карабин с выправленным разрешением. Мосес Артурович поворчал, но подарок принял. Он знал, что на человека у него рука не поднимется, а вот защитить себя и бурана от волков или одурелого от жары кабана, может, и вправду придется. Да и выглядел карабин роскошно, было чем похвалиться перед соседями. Уважает сын старика отца, любит. Гладкоствольная сайга с полированным темным прикладом. Она чуть не стоила жизни мирному парикмахеру. Дело было в июле, аккурат под летнее солнцестояние. Они с Бураном заночевали в Березянке, не доходя сельца Верхнее. Уж больно славный выдался вечерок, теплый, светлый, пронизанный птичьим пением. Умиленный Мосес Артурович углядел в лесу мать-лосиху с тупомордым детенышем и пока не заснул, все вздыхал. Он скучал по внуку. Старые руки ждали мальчат и девчушек обнимать, тискать, доставать из карманов припасенные сладости, неторопливо рассказывать армянские сказки и укладывать спать, подтыкать одеяло под теплые спинки. Разбудил парикмахера лай собаки. В серых утренних сумерках он увидел, как к костровищу подошел вооруженный мужчина. За ним еще несколько. Большинство в камуфляже, все с автоматами. Буран попробовал броситься, защищая хозяина и имущество. Его срезали одной пулей в раскрытую пасть. Мосес Артурович понял, что к волоску его жизни поднесли бритву. Прикрыв глаза, он стал беззвучно читать «Отче наш». Потом попросил у Бога защиты и благополучия для детей. Рейсеры тем временем распотрошили тележку. Запахло репейным маслом и травами. Двое заспорили из-за оружия, третий прервал их. «Атаману подарок будет!» Потом парикмахера взяли за грудки и рывком заставили сесть.
Одутловатый какой-то бугристый мужик с татуированными руками и по-младенчески беззубым ртом посмотрел Массесу Артуровичу в глаза. Жид ты, что ли? Я армянин. Я говорю, ты жид, бархатый. Я армянин. Мусульман? Православный, крещеный. Дрожащими пальцами Массес нашарил под рубахой старинный серебряный крест. Бандит сильным рывком сорвал украшение с шеи старика. Нормально, подходящий. Ну, молись, армяшка, перед смертью, раз ты крещеный. Батюшке исповедовать уж, прости, нету. Он поставил старика на ноги, толкнул в сторону берез и достал из-под сумка нож. Массес глухо вздохнул. Эх, покурить бы на дорожку отсыпал, прежде чем убивать. Чуть помедлив, беззубый достал портсигар и бросил в траву самокрутку. Наклониться, поднять ее, а затем встать, не показывая, что колени трясутся, было делом нелегким. Но как же сладок был крепкий табачный дым. Один из рейсеров со шрамом на лице и злой на вид подошел к беззубому показать добычу. Золингеновские бритвы и ножницы вызвали интерес. Дед, а че ты с собой эти штуки таскаешь? Кто ты вообще такой? Почему в лесу спишь? Я мирный старик, парикмахер. Хожу по деревням, людей стригу, масло для волос продаю. Чем я вам помешал, товарищи военные? Уважает, товарищи военные. И не соврал, дед. Мы служилые люди Божьего атамана Ильи Пророка. Военные, скоро весь край будет наш. Пусть тогда кто попробует слово вякнуть. Парикмахер, говоришь? Баб стрижешь, что ли? Был мужским парикмахером. Причесываю, стригу, брею, крашу, педикюр могу сделать, мозоли срезать, кровь пустить, чири вскрыть, банки поставить или пиявок. Тут Массес врал. Пиявок он никогда в жизни даже в руках не держал. Беззубый поскреб в затылке. Мозоли, говоришь? А за бородой умеешь ухаживать? Все умею, сказал Массес Артурович. Он почуял, что пахнет жизнью. Две недели он волокся вслед за отрядом. Угнаться за здоровенными мужиками лет на 20 его моложе было тяжело. Помогало только ясное понимание – отстанет, убьют. По дороге собрали дань с двух сел и пожгли отдаленный хутор. У Массеса сердце кровью обливалось от предсмертных воплей скотины и криков детей, но сделать он ничего не мог. Наконец, в вечеру 15-го дня пути они добрались до места. Деревня Спас-Углы была огорожена мощным сосновым тыном с воротами. На башенке стоял часовой, за забором надрывались собаки. Вернувшихся рейсеров встретили радостным шумом. Навстречу выбежали женщины, дети, за ними степенно вышли взрослые мужики. Часть отряда осталась у ворот разгружать добычу и отвечать на приветствие. Беззубый потащил пленника дальше к трехэтажной, разукрашенной искусной резьбой хоромине. На крыльце уже ждал гостей батюшка-атаман. Массес Артурович обомлел. Он забыл, что на свете бывают такие волосы. Рыжая грива Божьего атамана Ильи Пророка свисала до того места, где у женщин бывает талия. Роскошная борода прикрывала живот. Подойдя к ступенькам, беззубый склонил голову. «Благослови, батюшка, твоими молитвами живы вернулись!» Атаман хлопнул ручищей по плечу беззубого. «Благословляю! Докладывай! Хотя... Нет, погоди! Че это за жидок с тобою?» «Не жид, батюшка, атаман. Армянин, крещеный парикмахер». «Так что же, борода моя тебе скоблено рылому спать не дает?
сгубить решил Божью благодать, христопродавец!» Беззубый пал на колени. «Упаси Боже, батюшка, этот за волосами ухаживать умеет, по-всякому чесать как надо, масло мазать, чтобы росли лучше, мозоли срезает». «Мозоли? Мозоли — это хорошо. Эй, жидок, как тебя звать?» «Масес Артурович, я армянин. Ваше превосходительство». «Ишь, ловок. Превосходительство. Хорошо сказал. Масес. Мойша, что ли? Ты говоришь, что не жид. Ладно, пойдешь в дом к бабам, возьмешь, что тебе нужно, ибо через час у меня на пятках, чтобы ни одной мозоли не было. А порежешь или сбежать задумаешь? Пристрелю! А ну, пошел!» Атаман наградил парикмахера тычком в спину и повернулся к Беззубому. «Докладывай, ангел». По счастью, в хоромах нашелся тазик, на кухне подходящий маленький нож и горсть соды. Горячей воды тоже было не занимать. Осмелевший парикмахер вышел во двор, нащипал подорожника, листьев березы, ромашек. И минут через 40 чутко сидел рядом с пышущим паром тазом, в который Илья Пророк соизволил поставить свои вонючие ноги. Похоже, батюшка-атаман с рождения их не мыл. Клиент остался доволен. Осмелев, Масес Артурович робко попросился на волю, за что получил по морде хозяйской дланью. «Служить будешь. Человека из тебя, Мойша, сделаем. Хату ему, бабу в жены и за ворота не выпускать». Гогочущие рейсеры тут же притащили одноглазую, тощую, как береза, немолодую вдову. Божий атаман Илья Пророк торжественно обвенчал ее с новым мужем и велел до утра не показываться ему на глаза. Нежданную жену звали Аграфеной. У нее была довольно большая, но совершенно разваленная халупа на южном краю села, подле тына. Курятник с пятком плешивых кур, огородик и пятеро деток. 13-летняя красавица Любава, две подлеточки, веснушчатые близняшки Лёлька и Лялька, 10-летний дурачок Юра и только начавший ходить Пашка. Когда потешный кривоногий пацаненок приковылял поздороваться с новым дядей и, поломавшись для виду, согласился пойти на ручки, Масес Артурович в первый раз за две недели перестал жалеть о своем приключении. Он подхватил теплого чумазого малыша, неловко тронул губами макушку в младенческом белесом пуху и отвернул лицо, пряча подступившие слезы. «Ишь, Ирод, детишек любит», — умилилась хмурая Аграфена. Брака как такового у них не вышло. То ли старый был Масес Артурович, то ли лучевка сделала свое дело, то ли дети во сне ворочались, то ли сама веслогрудая, высохшая супруга не прельстила, бог весть. В остальном же, на удивление, они сладились. Поутру новобрачная встала первой, чтобы подать мужу завтрак, жалкую маленькую яичницу. Половину Масес все равно скормил Пашке. Заев угощение черствым хлебом, Масес Артурович прошелся по хате, высматривая, что тут можно отладить. Но взяться за молоток не успел. Примчался парнишка от атамана, мол, парикмахера требует расчесать драгоценную бороду перед утренней службой. Ну что ж, приказали так приказали. Покорный Масес Артурович подровнял, подмаслил и уложил роскошную бороду Ильи Пророка, попробовал взяться за гриву и отступился. Мол, после бани бы, с маслом репейным да частым гребнем, а то заботы часа на два. Атаман легко согласился. На днях свадьба, перед ней банька, тогда и расчешешь, а пока ступай молиться со всеми честными христианами. Служба прошла на площади перед хороминой.
Жители Спас-Углов собрались приложиться к иконе Спаса, обменяться с соседями братскими поцелуями и послушать короткую, но весьма энергичную проповедь Ильи Пророка. Атаман пообещал скорое процветание и наступление Божьего Царства, красочно описал, что именно сотворит небесное воинство с врагами и нехристями, не признающими последнего из пророков. Скупо похвалил беззубого ангела за успешный рейд, приказал выпороть за нерадивость пастуха Якова и повелел начать хоровой гимн во славу Христа, Богородицы и Пророка. Все сельчане истово повторяли за атаманом слова кощунственной молитвы. Масес Артурович удивился. Похоже, люди и вправду сочли святым этого вшивого, неопрятного рыжего жулика. Когда народ разошелся, кто на работы, кто за добычей, кто охранять границы, его снова позвали в хоромину. Четырем женам пророка тоже нужен был парикмахер. Посоветовать кремы и маски для лица и волос, срезать мозоли и поухаживать за ногтями. Три жены были веселы, щебетали и наперебой выхваляли мастера. Четвертая уныло сидела в углу, обхватив руками живот. «Выгонят ее завтра», — сообщила Масесу Артурчу самая молодая. «У ней в пузе детки не рождаются, троих скинула». Так и вышло. На следующий день перед службой несчастную бабу со всеми пожитками спихнули со ступенек хоромины с наущением возвращаться к родне. Днем парикмахер причесал на девичник молодую невесту, пышнотелую тихоню лет 16 с жиденькими, но длинными русыми волосами. Вечером собственноручно вымыл голову атаману, намазал репейным маслом, вычесал гребнем вшей, выстриг несколько колтунов и посоветовал впредь собирать кудри в косы хотя бы на ночь, за что и был наказан. Илья Пророк тут же повелел Мойше впредь каждый вечер заплетать ему волосы, а заодно чесать пятки перед сном. После бани начался мальчишник во всей красе. Атаман с приближенными гуляли, пили чистый, как слеза, самогон и хвастали подвигами. Вскоре Масес Артурыча затошнил. Не от выпитого, от баек. Он терпеть не мог запаха крови и полагал жизнь человеческую самым бесценным из божьих даров. К тому же с молоком матери впитал уважение к женщине, к чуду зачатия и рождения. Очень сильно хотелось уйти, но пришлось дожидаться, пока пророк налакается, как свинья, и отправится спать. Под присмотром бдительного охранника он заплел атаману волосы на ночь и убедился, что прическа не помешает пьяному. Можно было отправляться домой. У ворот парикмахера остановила кухарка, вручив солидный кусок свинины и бутыль самогона за труд. Довольная Аграфена покормила мужа теплой картошкой и вознамерилась налить рюмочку, но Масес Артурыч отказался. Вместо этого он велел бабе выйти с ним до курятника и там, подальше от чужих ушей, стал расспрашивать, кто таков божий атаман, откуда взялся и почему мужики его слушают. Оказалось, его превосходительство объявился в деревне через месяц после войны во главе небольшого, но хорошо вооруженного отряда. Захватить власть в селе, где половина людей еле таскала ноги, было несложно. Но держать под дулами автоматов толпу сельчан Илье показалось делом неблагодарным. Он заявил, что избран Богом, небесные ангелы хранят его от радиации и нашептывают пророчества о конце света и скором пришествии Христа. В доказательство он предъявлял безупречную шевелюру, железное здоровье и, казалось, неиссякаемую мужскую силу. А ведь в деревне первый год после войны почти никто из мужиков не мог. Ей, Аграфене, тоже выпало попробовать благодати. Только сыночек родился глупый, а у других и здоровенькие рождались, да и до сих пор рождаются. Половина деток в селе Ильичи. Пашка, он от второго мужа. Первый умер в Смоленске. Он свекровь навестить поехал, там и остался. А со вторым, Шуркой Пришлым,
Ее атаман у колодца венчал. Хорошо жили, только Шурка крут был, и ногами бивал, и кулаком приходился по пузу. Один разок не досмотрела, дурачок в суп чихнул. Так Шурка его порешить хотел, еле-еле с собой прикрыла, он по лицу ботинком вдарил. С тех пор глаз высох. Застрелили его у Гагарина, когда пророк в дальний набег ходил. Вернулся б, и Пашку не доносило бы. А так огородиком пробавлялись, грибами. Любавка с 7 лет помогала везде. Раньше козочка-кормилица блеяла, так о прошлом годе сломала ногу, пришлось зарезать. Да, а Илья пророк правду чуял, что где творится, откуда враги придут, какая погода будет. Больных случалось, руками лечил, кому помогало. Когда собаки из лесу поперли, загодя велел изгородь ставить, тын уже потом выстроили. И никто село не сжег, не грабил, живность не уводил. Наоборот, вся округа спас углы почитает столицу, пророку кланяется, дань шлет. У них даже 2 рабочих трактора есть и армейская бронированная машина. Бензин «Ангел» выменивает в Покровке на мясо. А пушки чугунные местный умелец отлить в яме придумал. Одна взорвалась, остальные стреляют. Редко, но метко. Отбиться пока хватает. Так что дай Бог Божьему атаману Илье Пророку долгой жизни. На следующий день была свадьба. Рейсеры гуляли шумно, мужики держались скромнее. Невеста счастливой не выглядела. Почему? Масес Артурович понял, увидев ее наутро после брачной ночи, заплаканную, избитую, с вырванными волосами. Похоже, мужу супруга не угодила. Илья Пророк повадился бить ее каждый день, а после первого выкидыша выгнал вон и взял новую жинку из пленных. Той повезло больше, она забеременела тотчас и через несколько месяцев уже гордо носила острое пузико. Жизнь в селе шла своим чередом. Пару раз случались пограничные стычки, взбунтовалась деревня Грязище, и рейсеры выжгли ее дотла. Кто-то рождался, кто-то умирал, кого-то пригоняли вместе с коровами и лошадьми из других областей. Пророк читал свои проповеди пару раз в месяц и вправду впадая в припадки то ли ясновидения, то ли безумия. Однажды во время приступа он разоблачил заговор. 3 мужиков и бабу вытащили из толпы и тут же на глазах у всех расстреляли. Унылый Масес Артурович каждый вечер заплетал атаману волосы, умощал драгоценную бороду и по отдельному повелению чесал пятки, пока повелитель не соизволит заснуть. С атаманскими женами было проще. У 3 старших закучерявились отрастающие шевелюры, мягкие и красивые. Заодно это они готовы были носить чудо-мастера на руках. С Аграфеной все было ладно. Пару раз она попробовала прикрикнуть на мужа, но быстро увяла. Ссориться парикмахер терпеть не мог, но и от своего мужского главенства в семье отказываться не собирался. Дом отстроился, печь обмазали глиной, щели в бревнах заткнули, крыльцо подновили и разбухшие рамы подрезали. Дети отчима полюбили. Малыш Пашка вскоре стал называть его папой. Дочерям он велел говорить дядя Масес. Стало сытнее. Под Рождество атаман от щедрот подарил молочного поросенка и пожилую, но вполне еще дойную козочку. Единственным горем в семье стала смерть дурачка Юры. Девчонки не досмотрели. Он наелся снега в мороз, начал маяться горлом и в неделю сгорел от лихорадки. Масес Артурович чувствовал, что здоровье начинает сдавать. Пару раз у него приливала к голове кровь. Иногда по утрам не сразу получалось встать из-за тяжелой одышки. Но он надеялся успеть поставить Пашку на ноги и выдать дочерей замуж. Незаметно Аграфенины дети стали ему родными. В конце августа новая жена пророка собралась наконец рожать. Мучилась больше суток. Когда атаману показали, что появилось на свет, он велел закопать живьем и роженицу, и младенца. По счастью, дитя не прожило и часа, а мать-ангел осторожно прирезал, прежде чем засыпать землей. На утренней службе пророк возвестил, что уродливые младенцы
плод совокупления женщины с дьяволом. Двое мужей после этого пристрелили своих несчастных отпрысков, а один до смерти забил жену, вынуждая сознаться в измене. Божий атаман тем временем уже присмотрел новую невесту. Тестем мне станешь, Мойша. Любаву вашу женой возьму. Подросла девка. Эх, кто б мне раньше сказал, что в родичах жидок будет. Я армянин. В тысячный раз повторил Массес Артурович. И в тысячный раз получил по затылку хозяйской суровой дланью. Любава, узнав о сватовстве, той же ночью попробовала повеситься. Мать, выйдя во двор по нужде, едва успела вытащить ее из петли. До утра девочка плакала, закатываясь в истерике, как младенец. Отец сидел подле нее, гладил по вздрагивающим плечам и думал: если семья бежит, их догонят. Если бежит одна Любава, далеко она не уйдет. А мать с сестрами, скорее всего, расстреляют. Уходить имело смысл поутру с пастухами. Мало ли, за каким делом бабы в лес собрались на заре. Главное, не брать с собой слишком много вещей. Дети, дай бог, еще живы. Вряд ли Георгий сделает для новой родни слишком много, но ради отца он поможет. А не он, так Натуся, по крайней мере, приютит и поможет встать на ноги. Девочки вскоре начнут зарабатывать сами, выживут. Ах, я старый дурак. Надо было их ремеслу учить. Любави он велел наряжаться в меру, быть с атаманом приветливой, благодарить за честь, но от матери не отходить ни на шаг. А графине обменять козу на хоть какую-нибудь берданку, а поросенка на пса. Мол, муж сбрендил на старости лет, на охоту ему дураку приспичило. И чтоб выло погромче, для верности он поставил жене синяк, небольшой, но заметный. А потом долго просил прощения. Из еды велел заготовить сало, муки, соли, туесок меда. Все легкое, сытное. В сентябре в лесу с голоду не пропадешь. Лельке с лялькой по девичьему легкомыслию не было сказано ничего. Разболтают. Пашке тем паче ничего объяснять не стали. Он даже радовался. Отец стал с ним больше играть, чаще брать на руки и учить. Мол, ты, сынок, старший мужчина в доме. К свадьбе готовились 10 дней. Накануне для Любавы собрали славный девичник. Атаман же по старой своей привычке вымылся в бане, созвал дружков и напился до полного свинства. Пока мужики гуляли, Массес Артурович перемолвился словом с молодым пареньком из сельчан. Тот давно сох по Любави, глаз с нее не сводил и, по слухам, сам хотел прислать сватов в конце октября, да вот не успел. К тому же, по счастью, парень был сиротой. Массес Артурович объяснил ему просто: «Хочешь девочку нашу спасти, а может и в жены взять? Уходи в Смоленск, там защита и власть. На рассвете постучишь к графине, уговоритесь, где найдете друг друга в лесу, и веди ее с детьми в стольный город. Только по тракту не ходи. Если искать начнут, так по Смоленской дороге. Ты хороший солдат, сынок, ты справишься. А погони за вами 2 дня точно не будет. Это я тебе обещаю, как парикмахер». Когда налитого самогоном по самое горло атамана втащили в спальню, Массес Артурович последовал за ним. Заплести его превосходительству драгоценные волосы и почесать пятки. Охранник закрыл двери опочивальни снаружи и минут через 10, судя по звукам, сам захрапел, словно боров. Осталась сущая мелочь — связать пьяного скота так, чтобы тот не смог пошевелиться. Веревочные прочные петли на руки, на ноги, руки к ногам, кляп в зубы. И еще прикрутить к кровати, чтобы не рыпался. Когда парикмахер попробовал вставить кляп, атаман проснулся и даже укусил его за палец, но закричать не успел. Новую петлю Массес Артурович набросил на шею и слегка затянул, объясняя, что будет, если пророк начнет дергаться. Острый нож был заточен заранее. Такой случай избавить больную землю от отвратительной, грязной, кровавой, развратной свиньи.
Масес Артурович медленно провел острым лезвием по бычьей шее атамана, с наслаждением наблюдая, как меняется ненавистное лицо, как страх искажает черты. Потом достал ножницы. Щелк, щелк, щелк. Рыжие с редкой седой нитью волосы падали на кровати на пол. Обнажилась шишковатая голова с темно-красным родимым пятном на макушке. Беспомощный маленький подбородок, тонкие губы, обвислые щеки. Не ограничившись стрижкой, старый парикмахер начисто выбрил пророка. Волосы, чуть подумав, собрал в наволочку, скатал и засунул в сумку с инструментом. А потом взял заранее припасенную сажу, развел своей же мочой, обжег на свече иголку и наколол на лбу атамана бранное слово. Он помнил, как делали татуировки крутые пацаны в дрочливом ереванском дворе. Напоследок Масес Артурович плюнул врагу в глаза, затем уложил на бок, старательно прикрыл одеялом и задул свечку. Если кто глянет, решит, мол, спит батюшка. Проснувшемуся был охранник, он сказал то же самое. «Почивает наш благодетель. Велел не беспокоить, пока сам не встанет». Чтобы не вызывать подозрений, он вернулся домой. Дети спали. Аграфена, тихонько плача, собирала вещи. Надо было сжечь волосы осторожно, чтобы запах не разбудил никого и не привлек внимания. Написать письмо было не на чем, да и незачем, поэтому Масес Артурович еще раз убедился. Аграфена точно помнит улицу, дом, адреса и фамилии тех, к кому стоит обратиться за помощью. Он дернул жену к себе на скамью. «Посидеть рядышком на дорожку». Похоже, прав был Илья Пророк. Слюбилась. Хотя и не так, как с покойной Марточкой. Да и брак остался фиктивным. Но эта некрасивая, сухопарая, старая женщина стала ему дорога. С первыми петухами Аграфена подняла детей, выдала каждому по корзинке, подвязала себе под кофту мешок с едой, велела посытнее поесть и потеплее одеться. Сонный Пашка сперва расплакался, но Масес его успокоил, пообещав, что в лесу обязательно встретится настоящая белочка, лисичка, а то и лосенок. Как только стало светлеть за окнами, в дверь постучался давешний паренек. Парикмахер велел жене выдать парню винтовку, встретиться за околицей и слушаться так, как слушалось бы меня, Масеса. Увидев раз засиявшее личико старшей дочери, парикмахер понял, что сделал правильный выбор. Лишь бы дошли. Лишь бы дошли. Парень канул в светлеющих сумерках. Масес Артурович последний раз расцеловался с семьей. Скрипнула дверь. Звякнула цепь конуры. Сонно взбрехнул барбос. Вздохнула калитка. Все. Он вышел за ограду спустя пару часов после своих, сказал, что отправляется в Патрушево. Там охотник взял в капкан барсука, а для мази нет лучше барсучьего жира. Пошел по тракту за мостом, свернул в лес и дал петлю, выходя в сторону большой смоленской дороги. Прогнозов, чем конкретно кончится дело, он дать не мог. С вероятностью, ангел, увидев опозоренного вождя, попытается перехватить власть. Выдумает брехню, мол, подменили дьяволы нашего пророка на какого-то мерзостного уродца, лысого, как все мужики, да еще и со срамным словом на роже. Тогда погони, скорее всего, не будет. Пророк придумает повод, как сказаться больным и хотя бы до зимы не показываться на глаза людям при свете. Тогда погони тоже не будет, по крайней мере, сразу. Единственный опасный вариант, что Илью найдут связанным часика через три, и найдут охранники, а не старший помощник. И тогда единственным выходом для атамана будет отыскать подлеца парикмахера и прилюдно казнить самой страшной казнью, какая только взбредет в его полоумную голову. Ненавидеть его пророк сейчас должен люто.
Примерно так же, как Масес Артурович ненавидел его весь этот год. И искать будет в первую очередь его, а не сбежавшую невесту. Остался сущий пустяк — оставить след, чтобы семья успела уйти. Прохладный, пряный, припахивающий далеким дымком сентябрьский воздух бодрил старого парикмахера. Красные ягоды придорожной рябины выглядели до невозможности аппетитно. Масес Артурович вспомнил, что еды он с собой почти не взял, зато ножницы с бритвами не забыл. Значит, будет чем заработать. Вдалеке раздались стук копыт, мерный скрип колес и сдавленный визг поросенка. И вправду, какой-то полузнакомый селянин из Елена ехал к теще в Зазулевку отвезти подарок на день рождения. Он охотно согласился подбросить старого парикмахера до развилки и не захотел брать платы. Нет так нет. Масес Артурович забрался в телегу и устроился поудобнее на сене. Добросердечный крестьянин угостил попутчика яблоком, похвалившись, что урожаем с его яблонь нынче можно хоть овраги засыпать. Парикмахер поддакивал и кивал, но вскоре провалился в теплую дрему. Так уютно было свернуться в сени, нюхать, как пахнут травы, и вспоминать сквозь сонные волны любимую песенку. И брил зверей после той чудесной стрижки. Кошки были словно мышки, даже глупые мартышки.